Сегодня познакомимся с темой «Стандартный вид числа». В окружающем нас мире мы сталкиваемся с очень большими и с очень маленькими числами. Например, расстояние от Земли до Солнца равно 149 миллионов 600 тысяч километров. Толщина человеческого волоса равна 0,007 метров. В обычном виде большие и малые числа занимают много места. Их неудобно читать, записывать и запоминать. Неудобно выполнять над ними какие-либо действия. Использование понятия степени делает запись выражения более краткой и компактной. Попробуем записать эти числа в другом виде. Это можно сделать, если каждое из чисел представить в виде произведения. 149 миллионов 600 тысяч километров равно 1,49 умножить на 10 восьмой степени километров. 0,007 метров равно 7 умножить на 10 в минус пятой степени метров. Записи вида 1,49 умножить на 10 восьмой степени и 7 умножить на 10 в минус пятой степени называют стандартным видом числа. Определение. Записать число b в стандартном виде означает представить его в виде произведения числа а, которое больше или равно единице, но меньше 10, и степени числа 10 с целым показателем. Этот показатель называется порядком числа. Чтобы записать число в стандартном виде, поступают следующим образом. Если число больше 10, то его делят на 10 в n-ной степени, переносят запятую влево так, чтобы в целой части была только одна цифра, не ноль, и записывают произведение полученного числа и 10 в n-ной степени. Если число меньше единицы, то его умножают на 10 в n-ной степени, переносят запятую вправо, так, чтобы в целой части была только одна цифра, не ноль, и записывают произведение полученного числа и 10 в степени минус n. Примеры. 450 тысяч равно 450 тысяч разделить на 10 в пятой степени умножить на 10 в пятой степени равно 4,5 умножить на 10 в пятой степени. 194,28 равно 194,28 разделить на 10 во второй степени умножить на 10 во второй степени равно 1,94,28 умножить на 10 во второй степени. 0,25 равно 0,25 умножить на 10 в восьмой степени умножить на 10 в минус восьмой степени. Равно 2,5 умножить на 10 в минус восьмой степени. 0,567,302 равно 0,567,302 умножить на 10 в первой степени умножить на 10 в минус первой степени равно 5,67,302 умножить на 10 в минус первой степени. Следует помнить, в стандартном виде можно записать любое положительное число. Число 0 нельзя представить в стандартном виде. А теперь нажмите на паузу и выполните следующее задание. Запишите число в стандартном виде. Проверьте себя. Давайте разберем на примерах, как выполнять арифметические действия с числами, записанными в стандартном виде. Найдем произведение двух чисел, записанных в стандартном виде. 9,8 умножить на 10 в минус второй степени и 3 умножить на 10 в минус четвертой степени. Решение. 9,8 умножить на 10 в степени минус 2 умножить на 3 умножить на 10 в степени минус 4 равно 29,4 умножить на 10 в
степени минус 6. Таким образом, мы получили число, которое записано не в стандартном виде. Запишем его в стандартном виде. Получим 2,94 умножить на 10 в минус 5 степени. Пример 2. Площадь территории Австралии составляет 1204 километров квадратных. Запишите эту величину в стандартном виде. Решение. Запишем число в стандартном виде и выполним действие. 1204 километров квадратных равно 1,204 умножить на 10 в третьей степени умножить на 10 в третьей степени равно 1,204 умножить на 10 в шестой степени километров квадратных. Другое решение. 1204 километров квадратных равно 1204 умножить на 1000 километров квадратных равно 1,204 километров квадратных равно 1,204 умножить на 10 в шестой степени километров квадратных. Пример 3. Площадь территории США составляет 9,5 умножить на 10 в шестой степени километров квадратных, а Эстонии 4,5 умножить на 10 в четвертой степени километров квадратных. Во сколько раз площадь территории США больше площади территории Эстонии? Ответ округлите до целого числа. Решение. 9,5 умножить на 10 в шестой степени разделить на 4,5 умножить на 10 в четвертой степени. Приблизительно равно 2,111 умножить на 10 во второй степени. Приблизительно равно 210. Ответ. Примерно в 210 раз. Пример 4. Сколько метров пройдет свет за 8,8 умноженное на 10 в шестой степени секунд, если скорость света равна 3 умножить на 10 в пятой степени километров в секунду? Ответ запишите в стандартном виде. Решение. Воспользуемся формулой для нахождения расстояния. Расстояние равно произведение скорости и времени. 8,8 умножить на 10 в шестой степени умножить на 3 умножить на 10 в пятой степени равно 26,4 умножить на 10 в одиннадцатой степени километров равно 2,64 умножить на 10 в 12 степени километров равно 2,64 умножить на 10 в 12 степени умножить на 10 в 3 степени метров равно 2,64 умножить на 10 в 15 степени метров. Ответ. 2,64 умножить на 10 в 15 степени метров. Пример 5. Выполните действие. 35,2 умножить на 10 в пятой степени минус 2,4 умножить на 10 в шестой степени. Решение. Запишем числа в стандартном виде. 3,52 умножить на 10 в шестой степени минус 2,4 умножить на 10 в шестой степени равно разность чисел 3,52 и 2,4 умножить на 10 в шестой степени равно 1,12 умножить на 10 в шестой степени. Нажмите на паузу и выполните действие с числами в стандартном виде и запишите ответ в стандартном виде. Проверьте себя. Для закрепления изученного материала предлагаем выполнить задание из параграфа 3 учебника, страницы 34-43, которые разделены на следующие группы. Представление числа в стандартном виде, сравнение чисел, записанных в стандартном виде, действие с числами, записанными в стандартном виде,
Решение текстовых задач.